Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск. Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд, заявил Трамп во время церемонии подписания военного бюджета, передает ВВС. Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветку наших вооруженных сил, которая называется «Космические силы», сказал Трамп. На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское преимущество в космосе абсолютно необходимо. Мы лидируем, но недостаточно, но очень скоро мы будем лидировать. Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать высшие позиции, добавил он. В рамках текущего бюджета на космические силы выделят 40 миллионов долларов, в их состав войдут около 16 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.